Да. Да, мы сыграли лучше в обороне, лучше в защите, но мы смогли реализовать момент. Поэтому в следующих играх будет лучше и лучше. Я считаю, сегодня мы играли лучше, чем вчера, так что мы двигаемся в правильном направлении. Что происходит с нападающими? Защитники забиваются? Ну, я не знаю, мне кажется, просто какое-то невезение. Всего две игры, я думаю, обязательно прорвет, и нападающий будет забивать. На ваш взгляд, а моментов удается много создавать? Для того, чтобы голы сделать. Моментов вы много создаете? Да, я считаю, моментов предостаточно. Просто мы пытаемся сыграть друг на друга, на партнера, чтобы каждый забил. Но иногда получается это в ущерб команды. Нужно просто бросить и, не знаю, добить шайбу, пойти на ворота. Мы пытаемся сыграть, разыграть на пустые ворота. Я думаю, в следующих матчах будет лучше все. То есть проще нужно действовать? Да, нужно проще. Канадцы бросил, пошел на желание, забил. А голевой пас на Кучерова, это у вас как, ну, такая наигранная телепатия? Вы смотрели вообще на ближний шаг? Ну, как бы да, у нас обычно один игрок, если уходит, если ему не пускают на ближнюю штангу, один уходит за ворота. И нападающий, который второй катится, он едет на ту штангу. А вратарь бы не сдвинулся, он вроде бы держал штангу, все равно ушел. Да, вратарь не сдвинулся, но Кучеров оказался один, его потеряли защитники, так что, в принципе,